В конце декабря прошлого года под руководством Министерства строительства и ЖКХ ДНР начался процесс передачи на места специализированной техники, закупленной для нужд городских и районных администраций. Вчера в Донецке состоялась очередная церемония вручения документов и ключей от новеньких мусоровозов, автовышек и водовозов. В распоряжение коммунальных предприятий Зугресса, Иловайска и Харцизска поступили еще 3 мусоровоза. Переданная МинЖКХ ДНР спецмашина «ГАЗ» въезжает в Харцизск на свое первое и постоянное место работы. И сразу, как говорится, с корабля на бал. А вернее, на мусорную площадку возле одной из многоэтажек по улице Краснознаменской. Здесь уже работает еще одна спецмашина – нидерландский «ДАФ», переданный в распоряжение Харцизска мунхоза в последние дни 2019 года. Он успешно опустошает евроконтейнеры, а вот мусор рядом с баками остается, и загрузить его лопатой в кузов этой техники практически невозможно. Новый ГАЗ с механизмом задней загрузки как раз предназначен для уборки подобных куч, небольших свалок и, конечно же, для работы по частному сектору. Сегодня коммунальное предприятие «Коммунхоз» получило еще одну дополнительную единицу техники по вывозу ТБО. Вот. Я хочу поблагодарить в первую очередь Дениса Владимировича Пушилина за оказанную помощь. Вот. Министерство строительства в лице наумца Сергея Сергеевича за то, что оперативно техника была передана в город Харцизск. Вот. Хочу также сказать, что данная техника будет использоваться в основном по частному сектору, она для этого предназначена, для уборки стихийных куч, которые у нас образовались за короткий период, они хоть и небольшие, но есть. Вот. Также хочу поблагодарить всех жителей, которые отнеслись с пониманием, потерпели. До сегодняшнего дня работа по уборке мусора в частном секторе отличалась нестабильностью, признается директор коммунхоза Александр Герискулов. Благодаря новой технике график вывоза ТБО будет изменен. Мы сегодня получили новую технику для частного сектора именно. Это неоценимый вклад, потому что у нас очень сильно хромал вывоз в частном секторе. Вот на данный момент будет машинка уже завтрашнего дня, она выезжает работать. Будет 2 машины работать. Я постараюсь, сейчас еще одну бригаду соберу. Сейчас у нас график идет частного сектора уборки. Бывают некоторые улицы убираем раз в неделю, бывают некоторые улицы через неделю, то есть по загружаемости. Теперь мы хотим взять однозначно, будет и не раз в неделю, а будет хотя бы 2 раза в неделю будет вывозиться частный сектор. Напомним, что в конце декабря, практически в канун Нового года, Харцизск получил 2 мусоровоза. Один с боковой загрузкой на базе автомобиля ГАЗ, а другой с задней загрузкой на базе автомобиля ДАФ. Работа изменилась. Почему? Потому что та техника, которая была раньше у предприятия, она ежедневно приходила в неработающее свое состояние. Все-таки года дают о себе знать. И те машины, которые у нас были на балансе предприятия, они практически уже не ездят. То есть сейчас эта техника заменила те машины, которые у нас остановились, и еще дополнительные 2 единицы, которые мы получим в ближайшее время, они ускорят работу вывоза и, соответственно, изменят график вывоза. Мусоровоз на базе автомобиля ДАФ очень экономичный и очень вместительный, однако при этом и очень длинный, а значит, не слишком маневренный. Поэтому руководство коммунхоза приняло решение переставить некоторые контейнеры во дворах в места, куда может подъехать новая спецмашина. Очень хорошая экономная машина, вместимость ее практически 11 тонн. Вот мы проверяли, ну, во-первых, мы 9 тонн делаем, ну, не перегружаем. Что мы сделали? Мы начали перестановку контейнеров по городу Харцизску, потому что машина очень большая. Будем проводить сейчас сход граждан в каждом дворе практически, ну, там, где будет перестановка. То есть будем людям объяснять, рассказывать. В связи с пополнением автопарка коммунального предприятия в городе намерены вскоре изменить график вывоза мусора. Применяемая сегодня схема «день через три» будет заменена на формулу «день через день». Как отметил Виталий Григорьев, в Харцизске ждут еще одну поставку из министерства – 2 спецмашины на базе ДАФ. Так что в перспективе предприятия «Харцизск-Коммунхоз» планируют выйти на ежедневный график вывоза мусора из многоквартирного сектора.